Для нас это был очень сложный матч. Мы уже в самом начале пропустили, и это не входило в наши планы. По игре в первом тайме, думаю, что мы имели игровое и территориальное преимущество. Свои моменты не использовали. У нас их было, на моей памяти, наверное, три. Вот. Соперник нам после первого забитого гола, также второй забил со стандарта. Мы очень грубо ошиблись в этих двух эпизодах. Такое комфортное преимущество у соперника перед вторым таймом. Пытались мы исправить ситуацию после перерыва. Действовали активно, старались. Ребята пытались доигрывать до конца каждый эпизод, но было много борьбы, игры, которую мы привыкли играть. Наверное, во втором тайме было меньше. Чуть-чуть свалились мы на средней длинной передачи, отправили Черникова вперед в надежде на то, что у нас будут получаться атаки с флангов, но ничего из этого не смогли выжить. Да, было давление, но конкретики, наверное, там и по моментам, наверное, второй тайм равные. Даже, наверное, у Тамбова были моменты поострее. Оно и понятно, мы побежали отыгрываться. Вот. Сложный выезд для нас. К сожалению, ничего не увозим отсюда. Но ничего не остается, как много работать, потому что есть вопросы, есть моменты, которые надо исправлять. Еще раз стоит сказать, что при стандартах мы выглядели сегодня очень плохо. И соперник на этом сыграл. Вот, поздравляю с заслуженной победой.